Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть растения против зомби 2. Надеюсь, ты соскучился, потому что я там играл в Hi-Fi Alex, все в VR-шлеме, это капец залип, на самом деле, но все, сейчас будет все стабильненько. Друзья, если что, расписание смотрите. В общем, у нас тут, так сказать, обновление. Ну как обновление? На самом деле это все было, просто обновился режим. Вот, ну так всегда. И... Офигеть, взрывной гранат! Это же супер просто растение! Я его пробовал в квесте, я помню. Сыграйте в погоню за зомбоссом. О, нормально, сейчас мы с тобой получим. Сегодня мы с тобой, наверное, я надеюсь, будет, да, это задание или нет? Сейчас, секунду, мы сейчас получим тут приличненько алмазиков, видишь? Давай, давай. Блин, чё? Всё, что ли? Офигеть, у меня было очень много алмазов. Эпическая граната. Вот! А попробуйте предложенное растение выиграть эти... Выиграйте, я просто волнуюсь, ребята, немножечко адреналин у меня, потому что это офигенное. Ну, так всегда, ребята, когда вы донатное растение, что-то, вообще что-то, как бы за деньги можете за бесплатно получить, вы всегда так, нифига. Так вот, и выиграйте 50 пакетов с премиум семенами. Вот это обязательно, ребята, проходите, но я не знаю, сегодня мы пойдем, не пойдем. В данный момент Пенни не может определить, где находится зомбосс, вернитесь немного позже. Приостановлено? Да ладно, нифига себе. Да, друзья, сегодня мы с тобой пойдем, видимо, получать гран... А, кстати, мне интересно, так, зайдем мы с тобой сюда, что у нас здесь, сезон. Вот, мы можем на халяву 10 этих получить за 25 кристаллов, но это невыгодно вообще. А можно так, давай-ка выйдем мы с тобой. Видимо, обновляется у нас тут все что-то странно, ребята, но мы с тобой хотя бы поиграем в эпические квесты. Это тоже здорово, потому что, блин, я именно сегодня хотел... Ох, у меня 113 семян, блин, чуть-чуть не хватает. 113. А стоп, мы можем докупить. Ребята, сегодня контент будет ради вас, ребята. Хоть и арена не работает, я... куплю, и мы откроем с тобой гранату. Так что, братишка, давай. Мне надо, получается, всего лишь 4 пенни. А, там одна. Вот в чем проблема, ребята. Смотрите. Вот смотри. Да, она одна. Блин, жалко. Десятку. 120. О, кстати, спасательный корень какой-то интересный. О, не одна. Отлично, отлично. Все, контент есть, ребята. Контент будет. Отлично. Еще покупаем мы с тобой. Спасибо за покупочку. Опа, 20. Нифига себе. 20? То есть... Нифига себе. Там же написано плюс 10 эксплозив. А, ну, рандомно. Можно получить, а можно и нет. Жалко, мы два раза так не получили. Тут уже десятку. Все, и теперь мы с тобой пойдем. Пойдем, братишка, в этот квест. Да, видишь, к сожалению, не работает. Задание выполнено. Собирайте пакеты семян. Продолжить. И мировые события. Граната. Там, блин... Я понял, друзья, мы, наверное, не... Ну-ка, сейчас. На задание с премиум растением. Давай, 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 погнали, братишка. Все, вот такой вот гранат. Давай мы опробуем его. Итак, его надо как-то расставить. Офигеть, смотри, какие маленькие. Что это такое? Я его пробовал, бывало тоже какой-то квест такой интересный. Офигеть, они сразу взрываются. Так, а если просто взорвать? Шикарно. Просто шикарно. Ребята, тут что-то вообще дофига их. Погодите, 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 блин. Дают нам... Так, сейчас взорвем. А интересно, если я... Нет, на это, к сожалению, нельзя поставить. Было бы, конечно, здорово, но нет. Так, давай, братишка, вон туда вот. Расставляем, сюда поставим. И теперь вот с этим надо сделать. А мы знаешь, как хитро сделаем? Смотри, применяем эту штуку. Все. Гаргантюа уходит. Отходит чуть-чуть. Так, ребятки. Блин, колотят там, колотят. Смотри. Так. Отлично. Мне нравится. Мне определенно, ребята, нравится. Так. Приближается большая волна.
Тут устанавливаем. Что-то я слишком как-то так. Так, минус. И давай вот этот вот прям подойдет, поэтому... Ну-ка, обратно. Надо бы получить, конечно, эту штучку, блин. Давай, гранат, пожалуйста, быстрее, их просто много идет. Да-да-да, отлично. На! Великолепно. Сколько, интересно, он стоит солнышек. Ну, это мы скоро, ребята, увидим. Так, сюда давай расставляем, сюда. Блин, мне очень нравится. Курочки. Давайте. Все, отлично. Ребята, надеюсь, вы во время карантина, конечно, проводите время с пользой. Сделайте то, чего вы раньше не могли, если, например, вы постоянно не дома были, к примеру. Но я бы, не знаю, поиграл бы... То же самое в растения против зомби, либо еще что-нибудь, либо... Не знаю, ребят. Что-нибудь нашел бы. Даже вот иногда с родными. Вот сейчас у меня времени вообще толком нет, потому что хоть карантин, хоть не карантин, но я записываю, в общем, ролики. Приходится, ребят. Так, мы давай отодвигаем его. Ребят, так сказать, блин, записываю, стараюсь ради вас. Даже реально времени иногда... не нахожу. Мне мама говорит, ну хотя бы вот карантин сейчас, вот типа... Я говорю, так я, блин, никуда не хожу и так. Я и так, как будто, знаешь, на карантине все время, всю жизнь. Я потому что, ну, реально не выхожу толком из дома. Так, все, ребята, мы с тобой это сделали. Не, мне очень понравилось растение. Великолепно. Хороший гранат. Так, мы идем с тобой дальше. Второй этап. Угу. Пока можем чем-нибудь... Блин, у меня газировочка кончилась. Дай-ка я открою. Вот. Кока-кола. Вишня. Сажайте. Так, окей. Давай потихоньку рассаживать их. С премиум растением. Так, тут где-нибудь лазерного боба мы с тобой поставим. Пока у нас открывается кока-кола. Я вот люблю, ребята, кока-колу. Ну, правда, фанту намного больше, и миринду. Так, напишите, ребят, что вы любите больше всего из газировочек. Или вообще, может, вы не любите газировки. Квас, ребята. Квас жду лета. Жду лета, когда завезут хороший прям квас. Вот мне очень нравился в Белгороде квас. Правда, в Воронеже. Вот. Там именно летом такой прям насыщенный, офигенный. В ларьке, правда, продают. Серьезно, я все квасы попробовал, но вон тот прям мне очень... Ну, знаешь, типа ларька. Может, они там, собственно, мешают квас? Что-то туда подмешивают? Я не знаю, ребят. Так. А он сейчас... Его остановил. Ну, нормально. Красиво. Так, вот эту штуку мы с тобой давай-ка активируем. Забираю росток. Так... Отлично, вот-вот-вот, побольше взрывного граната. Граната, кстати, раньше вообще ел. Очень хорошо. Сказать, своего бойца я любил покушать. Пипец. Так, спокойно. Мы с тобой лучше вот сюда вот применим, чтобы парочку было. Нифига себе, хорошо. Отлично, теперь вот сюда вот давай. Угу. Оп. Офигеть, их много. Так. И вот эту вот штуку. Хорошо, все, остаток такой идет. Ну блин, мне очень нравится. Эта штучка нам еще как поможет. Мне вот все хочется, друзья, ледяного дракончика. Многие писали, это прям имба, так имба. Надеюсь, будет. За донат. Но мне кажется, они все разыграют. Хотя, как вы думаете, ребят, все ли отдадут донатские растения разработчики, а вот в этой погоне за зомбосом? Как ты думаешь? Я не знаю. Не дайте зомби затоптать цветы. Угу. Хорошо.
Ну а динозавры там еще будут, как-то все это интересно. Угу. Давай расставляем. Вот это вот нормальный уровень. Вот это я люблю, когда... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это нехорошо. Это не очень хорошо. Вот это я не люблю, когда... Я думал, они только по этим будут идти. Как игра башенки. Ну, вообще-то это и есть такой режим, так что все нормально. Так, нам сюда лучше поставить эту штуку. Эту сюда. Ну, я думаю, он... А, мы можем так... Блин, офигенно, офигенно. Так, держите. Зомбионки. Все, расставляем. Чем больше, тем лучше. Тут давай вот так вот поставим, чтобы они точно не прорвались. Ну-ка. Выдерживает, гад. Смотри, просто посмотри, еще как выдерживать. Ну, его должна сейчас это сгубить. Да, отлично. Штука его сгубила. Так. Великолепно. Сюда вот поставим, офигеть. Пепел от них остается один. Ты думаешь, как здесь лучше сделать? Ну тут, в принципе, офигеть, пирамидоголовые. Ну, не. Мы вообще с ними раз-раз и все. Динозавры единственное будут сейчас ногами с вами работать. Вот это вот не очень приятно. Не дай бог они. Там, видишь, кто идет. Ой-ой, серферы. Это нехорошо. Оп. Обновляемся. Оп. Отлично. Так, мин у нас очень много. Я думаю, не пройдут. Блин, придется, пришлось так, ребят, сделать. Потому что мы бы сейчас не выиграли. Но ничего страшного. Фух, я испугался. Тихо, 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 тихо. Так, зомбенок этот не считается, не считается. Это я знаю. Е, камон, сколько мы там уничтожили. Тихо, 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 тихо. Офигеть, там Гаргантюа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот сейчас вот там точно проедят. Так, тихо, тихо, тихо. Все, это последнее. Волн много, но они... Хорошо, что легкие. Гаргантюа сразу просто пропал. Просто пропало и все. Разыскивается. Знаешь, как там в Америке на молоке. Так, забираем мы с тобой монеточки. Отлично. 435 монеток у нас. Итак. Еще у нас два уровня. И мы с тобой наконец-то получим. Я кое-что понял, ребята. Мы не получим. Мы не получим. Мы получим. Мне придется все-таки кристаллы потратить. Но знаешь, почему не получим? Там было написано, получите семена не с взрыва, ну, не с этим гранатом, а вообще просто с взрывными. Блин, будем надеяться, что там много дадут семян. Так, вот сюда вот устанавливаем, чтобы было отлично. Ой, вот это мой любимый грибок, но его я мало использую, потому что он слабенький. Он слабенький, ребята, но если они, конечно, сейчас... Почкованием начнут заниматься. Вот, например, смотри, как можно сделать. Просто-напросто вот так вот делаем. Оп. И сейчас грибы. А, нет, пока еще не-не-не-не-не-не-не. Да, сложные враги. Видишь, в чем проблема? Бы сейчас ослабеть. И будет нормально. Так, вот тут вот идет, прорывается. Надо что-то делать. Так, сюда, значит. Сюда, 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 сюда. Там у нас проблема, смотри, какая. Тихо. Попугай сразу назад. Оп. Блин, там еще эти хорьки или ласки. Как их там? Не, а, один гриб внизу, вон, смотри.
справа. Справа появился, отлично. Отлично, отлично, отлично. Линк появился. Так, хорошо. Гаргантюа, нет. Давай, давай, давай. Чем больше, тем лучше. Ну же, вперед, 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 ребята. Мы сюда, сюда, сюда устанавливаем. Оп. Хана вам. Здесь вообще все легко. Так, 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 так. Ну что ж такое? Чего они не спавнятся? Ну, давай. А вот, вон, блин, господи, ну я слепой. Я просто вот сюда вот их думал, что здесь что-то будет. А блин, нифига. Так, гранат надо поставить. Есть. Все, последний там остался. Минус. Вот это нормальный лифчик, да? Пляжного зомбенка. Просто два кокоса, хоп, прикрепил. Отлично, ребятки, последний уровень и все. Замечательно. Погнали. Жалко, конечно, в погоню мы... Но не переживаем, мы чуть попозже в нее поиграем. Вот, записываю я просто поздно. Так, сразу, наверное... Не-не-не-не, лучше заготовим их. Хочу насладиться. И какой-нибудь там уровень, я думаю, можно взять. Может, вдруг обновили уже. Банана. Банана. Так, банана пусть стоит. У нас пока, видишь, там вот эти вот всякие. Тихо, банана. Я специально выжидаю, чтобы больше накопилось растений. Блин, да что такое? Почему мне так много орехов этих? Давай расставлять. Или не надо? Так, все, огонь. Артиллерия. В смысле, блин? Я думал... Ну ладно. Хорошо. Тут мы с тобой вот этого замедлим. Можно замедлить. И вот так вот, оп, пальнуть. Шуты, шуты. Но против них я, конечно, знаю, блин, как мы с тобой сейчас будем драться. Понимаю, это вообще полная фигня. Банана сейчас начнет атаку. Так, давай еще одну атаку. Хорошо, растения мы хорошо используем. Так, 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 так. Там идет, там уже подбирается. Хорошо. Так, так. Ой-ой-ой-ой-ой, они прям реально идут, смотри. Так, есть. Тихо. Тихо-тихо-тихо, летят, 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 летят. Гады. Есть. Блин, тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то они вообще офигели, ребят. Спокойно. Есть. Спокойно, 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 ребят. Все будет у нас под контролем сейчас, погоди. Блин. Давай, 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 бананчик. Вон там вот сожрут сейчас. И, кстати, на эти штуки можно... На семечки ставить спокойно. Вот что еще плюс. То есть они как бы есть, но на них можно и поставить. Ну это круто. Поставить какое-нибудь растение. Смотри, сколько маленьких там с глазенками еще что-то в эти косточки, блин.
И, ребята, ну-ка. Мы не пау... Да, видишь, тут и для зуб... Какого фига тут для зубастика? Как? Ну, для картофельной мины это нормально. Там для... Или там просто... Что? А... Пакетов с премиум семенами. Даже не взрывными. Даже, пацаны, не взрывными. Так, ну что, пацаны, давайте тогда пойдем в магазин. Ну что делать? А может, все-таки открылось? Паша, вы скажите, что открылось. Нет, к сожалению, пацаны, не открылось. Одно дело, конечно, бесплатно получать, второе дело покупать. Но я хочу сегодня купить, я хочу, пацаны, вам показать это, протестировать, поэтому ничего не знаю, ребят, покупаем. Так, есть, как раз последние тут тратятся, но ничего страшного, еще десяточка накидываем. Так. Все, что там прокачаем. Так, сколько у нас там уже получается? Ну-ка. Десятка. Еще чуть-чуть надо, к сожалению. Для вишневой бомбы. И последнее, пацаны. Так. Все, можем с тобой открывать. Отлично. Это замечательно. И, конечно же, протестируем, хоть куда-нибудь сейчас сходим. Может, как раз на... Не, на арену, знаешь, она не особо интересная. То есть, мало кто вообще любит. Блин, хоть бы кактус был. Если кактус, я вообще, блин, буду обожать разработчиков. Надеюсь, именно кактус будет. Как-то вот, мне кажется, яблочная мортира будет. Вот что-нибудь такое вот в этом духе. Какой-нибудь спасательный корень, но... Ну, может, действительно на халяву. Итак, все. Все, мы открыли. Офигеть. Пацаны, граната. Так, давай куда-нибудь, я не знаю, в приключения. Да, приключения. Давай приключения зайдем. Египет. А почему нет? Давай. Там какой-нибудь 23 уровень, какой-нибудь 22. Сейчас мы с тобой включим. 22, например. Я честно не помню. Я так... Не сажайте, не имейте на поле более 15 растений. То есть, видишь, как отлично, отлично. Это хорошо, как раз нам протестировать надо. Итак, мы с тобой просто берем... А как мы можем с тобой? Да мы можем, знаешь, как... 150! Вот это, конечно... Дороговато. Если честно, дороговато. Солнечный томат мы с тобой также получили. Поехали. Только он у меня уровень второй. Его тоже испытаем, кстати, посмотрим. Чё да как. Ту штуку я не знаю, ставить, не ставить. Ну, давай поставим. Как-то сейчас будет. Если что, мы там удалим. Так. Сейчас пока подфармим. Пусть у нас будет солнышко. Так, есть. Так, вот, там идет. Сейчас мы попробуем тут солнечный томат ему поставить. Ну-ка, что будет? Ну-ка, вот тебе солнечный томат. Оп! То есть он оглушает там на некоторое время. Как-то вот так вот. Так, давай... Ну-ка, уберем вот эту штуку. Офигеть! Вот это имба! То есть, если бы эту штуку нам дали вот... В Египте? Это просто капец же был бы. Нереально. Но она долго, видишь, восстанавливается. Конечно. Не так быстро, как бы хотелось. Но можно чисто вот именно Египет пройти. Смотри, как раз-раз и все. Так, нам выдают. Попробуем чисто сейчас пройти... Оп. Хопа, отлично. Как ты думаешь, здесь мы можем пройти? Блин, они сейчас 100% подойдут. Надо быстрей. А вот мы можем так сделать. Оп. Стоямба. Ребят, подождете? Ладно, чуть-чуть. Окей, чуть-чуть подождите. Пожалуйста. Слушай, стоят, ждут. Сюда ходят. Ну, я думаю, надо тут нам... Вот так вот сделать.
И? Отлично. Тут у нас томатик. Ну, блин, как-то это все равно так. Давай, ладно, установим. Можно, видишь, на этих, так сказать, колониях устанавливать. Все-таки они... От этих мы с тобой избавляемся. Так. 150-ка, тихо. Так вот делаем. С тобой хоть немного их как-то... Кстати, интересно, алоэ будет лечить тут? Оно реально будет лечить эту штуку? Нет, ну по факту как-то. Так. Все, все, ребята, прошли. Ну, интересная, интересная штука. Надеюсь, вам серия, друзья, понравилась. Не забудьте поставить лайкосик. Это все. Бай-бай, дорогие. Так, ну давай посмотрим, что там выпало. Полная фигня. Бай-бай, дорогие братишки.